Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее топ-менеджеров компаний с госучастием публиковать данные о своих доходах в интернете. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей таких компаний в соответствии с постановлением должны размещаться на сайтах этих компаний. Перечень из 62 компаний, на которые распространяется данное нововведение, правительство составило еще в 2013 году. В него входят Роснефть, РЖД, Газпром, Роснано, Сбербанк, ВЭБ, Роснефть, Газтранс, нефть и другие. Помимо руководителя организации, раскрывать сведения обязаны его заместитель и главный бухгалтер.